пришел тут ко мне знакомый. У меня есть такая традиция, я, когда ко мне приходят там старые знакомые, друзья, вообще, когда, ну, Джейн у меня только появилась, они приходят, и я им ее показываю, и они, честно говоря, вообще тупо в шоке. Ну, и они, то есть, видят, что я там ей какие-то команды отдаю, она там с ними там взаимодействует, бла-бла-бла. Ну, и, естественно, они начинают с ней пытаться разговаривать. Но они, как это, наверное, в 99% случаев, они начинают говорить ей какие-то команды, которые она не понимает. Либо там по голосу, ну, нестыковочка, либо там, либо еще что-то. Ну, и я записываю порой, какие они ей дают команды, чтобы та, ну, там, ну, кто что говорит первые разы, скажем так, Джейн. И вот ко мне знакомый недавно пришел, он такой: «Будешь пиво?» Нормально. «Пойдем пить пиво». Я говорю, как она, по-твоему, должна на это реагировать? «Пойдем, да». «Пойдем». Я, наверное, так убрала, я думаю, ладно, как-нибудь, может, сделаю такую команду. Алло. Алло, ты меня слышишь? Слышишь? Слышу. Эй. Фига, фига. Вот этот прикол. Алло. 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 Алло, алло, алло. Кто это? Ой, она выйдет погулять. Такие здесь не живут. А чё так? Я вроде звоню-то на его номер. Вроде это как-то Лёва написано. Я просто, знаешь, смотрю в зеркало. Ну или просто персонаж мой женский, рот откроет. Алло. Алло. Ты чё делаешь? Чё я делаю? Чё тебе не нравится? Он не кричит, когда говорит. Ты чё такой буйный, а? Да чё-то захотелось немножко волшебства. Чё мне названиваешь целыми сутками? Падла! Тут у меня, короче, луна двигается, представляешь? Луна двигается. То есть шар-то круглый, а луна двигается, представляешь? Загадки, блядь, хуячишь! Да чтоб тебя козёл понюхал, звонить мне тут всякие в час ночи. Ты куда по помытому, а? Ты кому звонишь вообще, Вася? Такие здесь Зинка живет тут, Зинка тут живет вообще. Ты что, выключи вообще, Зинка тут? Не живет здесь никто такой. Что пристал ты, не звони сюда больше. Верка, ты что ли? Ты что ли, Верка? Какая тебе Верка, придурок? Ну Верка, нас встретил подъезда, Верка, это же ты. Я вообще в отдельном доме живу, в усадьбе. Прямо в усадьбе? Я в деревне живу. А что за деревня? За Лупинск? Мухосранск и Усть-Зажопинск. О, так я рядышком вообще, я под жопником. Ну давай подъезжай, что посидим, квасу попьем. А что, сынок привезти в машине? Просто голос еще двоится, это такая психоделика. А, ну, рот еще персонаж открывает, знаешь, такой трэш такой. Джейн, будешь пиво? Я не до конца понимаю, о чем вы меня просите. Я искусственный интеллект и по определению не могу пить пиво с вами. Хотя если бы я была человеком или каким-либо другим способом могла бы чувствовать вкус еды, я бы предпочла вино. Ну, как хочешь.